Поликлиника в Ельниках построена в 70-х годах прошлого века. Рассчитана она на 150 посещений в день. Пока идет ремонт, жителям района оказывали и оказывают помощь в другом помещении. У нас есть здание старой поликлиники. Вот прием, в принципе, ведет старой поликлиники, той, которая потом перейдет сюда. Уже проделана большая работа внутри. На стенах штукатурка, есть проводка, установлены новые окна, выделены места под все кабинеты. Но есть еще чем заняться. Например, в настоящее время проходит монтаж пожарной сигнализации. Ведь безопасность на первом месте. Капитального ремонта ждали долго и обновлению очень рады. Этот ремонт мы уже ждали последние 10 лет, наверное, меньше, с 2015 года. У нас периодически разговоры шли о ремонте поликлиники. Вот, наконец-то, медицинские работники, наше население дождались долгожданного ремонта. Надеюсь, что мы будем работать в комфортных условиях. Фасад двухэтажной поликлиники, как и прилегающая территория, также будет благоустроен. Ждать осталось совсем недолго. Капитальный ремонт планируют завершить в мае 2025 года. Валерия Новикова, Александр Овчинников. Народные новости. Ельниковский район.